Всем привет! Меня зовут Евгений Столповский, и я здесь, потому что Инесса из CPA Bro попросила меня сюда прийти, взять с собой мою сумку и рассказать, что там. У меня было время подготовиться, если честно, потому что мне сказали об этом вчера. Но я сознательно не готовился. Там, скорее всего, полный хлам, который я сейчас достану и покажу. Я не знаю, зачем кому это нужно, но я это сделаю. Let's go. Поехали. Женя, откуда у тебя такая сумка красивая? Да, эта сумка, как и много других вещей, подарили мне эти же люди, именно поэтому я и не мог им отказать. А прям все-все-все нужно достать, я сказал. Ладно, первый телефон достал. Просто телефон. Так, это какой iPhone? Какой? Какой последний iPhone? 12-й, наверное. Да, самое ценное в нем — это чехол. Вот, чехол стоит 5000 рублей. Это самая дорогая покупка в моей жизни. Я никогда ничего такого не покупал. Это книга. Это книга? 12 недель в году, да. Я сам это написал. Ну, не книгу, я написал это на обложке сам. Эту книгу мне как раз рекомендовал Саша Агапов. Очень сильно рекомендовал прочитать. Я ее купил. Потом собака сожрала у меня обложку с нее. Вот, я ее подписал и еще не прочитал. Но ношу с собой уже достаточно давно. Это что такое у тебя? Документы? Тут, короче, паспорта, какие-то банковские ключи, бумаги на въезд, там, например, в Украину, куда-то еще. Давайте не будем углубляться. Часто ты летаешь вообще в Москву? Достаточно, смотря с кем сравнивать. Сейчас реже, но в целом. Загран всегда с собой? Всегда с собой два паспорта. Всегда. В 2019 году у меня было 97 сегментов полетных. Наверное, часто. Но сейчас реже. Еще паспорт. Деньги. Нет, не российские. Сколько у тебя там денег? Давай посчитаем. Я не знаю. Это 2000 гривен. Я не знаю, сколько это на рублях. В рублях это типа 6000 рублей. Они резиночкой перемотаны, ты на что-то отложил? Это труба моя, да. Я все перематываю. Это тоже не русские деньги какие-то. Богатый ты человек. Богатый ты человек. Нет, это какие-то наличные, чтобы с собой были, потому что не везде всегда там удобно рассчитываться. Так, поехали дальше. Очки. На день, да. Посмотрим, как тебе. Как мне? А что за бренд? Это Ray-Ban. Да, Ray-Ban. Это так произносится? Угу. Пусть это будет единственный бан в твоей жизни. Garmin Forerunner какой-то. Потому что был на плавании. Это трекер, измеряет всевозможные активности. Бег, плавание, велосипед. А ты, когда ходишь заниматься спортом, ты снимаешь свои вот эти часы? Или ты на другую руку просто надеваешь спортивные? Не, вторые, конечно. Конечно, снимаю. Зарядка. Не знаю, что про это сказать. Кирилл, какой у меня хлам. Там деньги опять, наверное. А? Там деньги опять, наверное. Нет, тут какие-то лекарства. Обезболивающие. Ну, как бы уже за 20 чуть-чуть, поэтому... Чуть-чуть совсем. Так мы и поверили, что в зип-пакетике у тебя лекарства. Лекарства. Боже, сколько у тебя папочек. Реально. Я так давно их не видела, честно говоря. Уведомление из налоговой. Не страшное, но я думал, что я потерял его. Я предупреждал. Стол перфекциониста. Я предупреждал, да. О, гигиеническая помада. Куплена в Стамбуле. Отлично. Крем. Куплено в аптеке. Проблема с желудком. Это не весело. Ношу с собой крем. Я стараюсь. Крем для лица. Да. Какой? Да ладно. По-моему, с вишневым запахом. Да, пахнет вишней. После бассейна.
Серьезно. Ну, я езжу часто из офиса в бассейн, и у меня есть специальный пакет, где там всякие плавки, там, тапки, какая-то фигня. И пакет я там деваю, всегда с собой крем. Второй уже стягивает. Секреты красоты Евгения Стаповского. Да, да, да. Ну, слушайте, мне нужно очень много крема для лица. Вы видели мое лицо? Посадочный Москва-Варшава. Старое что-то? Нет, это Варшава-Москва, точнее, это вчерашний. Мобильный роутер. Ничего интересного. А ты зарядку с собой без ноутбука носишь? Не-не, это зарядка от телефона. Sorry, laptop. Симка. Что это? Симка? Сим-карта. Это украинский оператор. Даже не знаю, почему она у меня. Наверное, все должна была. Примерно как вот налоговая история. Еще файлик. Иисус Господь. Ну давай, где это? Договор с адвокатом. На что? На адвокатские услуги. О, расскажешь? Да. Нет, здесь... это пока не расскажу, но нужная штука с собой. Бумажник. Надо открывать? Раскрываем, обязательно. Серьезно? Да. А там сейчас еще папочка в папочке. Ой, у тебя там права, покажи фотку. Да. Не, нормальная фотография, кстати. Права. Так, что за карточки у тебя там еще есть? У тебя там их много. Это вид на жительство. Так. И другой стороны карточки. О, например, есть карточка e-payments. Большая реклама. Они должны мне за это заплатить. Они давно никому ничего не платят, поверь мне. Вот, но мы все тлеем надежды, да. 150 тысяч евро там застряло. Большую часть успели спасти. 150 осталось, но надеемся и верим. Разверни просто бумажник, покажи. Тут очень много всяких банков, и как европейские, наши и так далее. Каждого по одной, и получается вот такая вот хрень. Женя, почему ты все деньги в бумажнике не носишь? Это сейчас я скажу. А, это маски. Это маски, что вы. Нужная вещь. Нужная вещь. Ну и в общем, все. Боковые у тебя там еще скрепка. Да, да, передний кармашек. Здесь сразу можно. Раз, два. Веером. Телефоны. Люблю телефоны. Люблю много телефонов, ношу с собой. Ты в змейку играешь там? Конечно, только поэтому. Она только здесь осталась такая, как надо, да. У тебя один для работы, один для души, да, вот разноцветный, да, который? Да, да, и можно очень долго играть в змейку. Давай, не стесняйся, доставай. Ключи. От твоего сердца? Ну, практически. Сейчас будет очень много ключей. Какие-то колеса. Доставим все сорок. Колеса неинтересно. Спрей у нас неинтересно. Ключи раз, ключи два. Только расскажи, откуда ключи, непонятно. Московская квартира. Это от внутреннего шкафчика какого-то сейфа. Это одна киевская квартира. Это вторая киевская квартира. Ключи от офисов, от двух. И еще что-то ключи, я не знаю. Так. А, нет, ты сейчас еще такой ключ. Ты на металлодетекторе, походу, очень вообще много времени, да, проводишь, да, да? Да. Здесь запасные батареи. Если заканчивается батарея, ты не можешь играть в змейку. Зажигалка. Ты куришь? Не, я бросил. Сигары. Только сигары. И какие-то флешки. Это что? Я хуй знает, честно, я не знаю. Флешки. Это флешка, да? Да, это флешки, но я не знаю, что это. Сейчас дискету достанет. И аспирин. Так, в боковых что у тебя? Может, прекратим? Ну-ка, что там достанешь? Украденная ручка из отеля? Да, да. Нет, это ручка... Нельзя говорить, да, наверное, это конкуренты. Дедовские наушники проводные. Грязная маска.
Еще одна грязная маска, но ваша. Это маска от CP Brown. Я предлагаю тебе ее надеть. И мы тебе заснимем так. Ну-ка. А почему носишь с собой ее? А тебя не смущает, почему я ношу с собой все остальное? Так а чего? Все? Да, все? Нет, есть еще одни наушники, я не знаю, почему они спрашивают меня. А, и очень важная штука, которую регулярно пользуюсь, это пакетики для говна для собак. Если ты идешь с собакой где-то, или она вдруг захотела срать, и когда собака гадит, не всем это нравится обычно, приходится убирать за ней говно. Я думаю, на этом все. Сейчас. Блять, какой стресс.